А вот что касается школы в Красном, то сегодня стало известно, что ее строительство приостановлено. Это потребовали администрация Заполярного района, региональный департамент ЖКХ и заказчик объекта МКУ «Северная». Напомню, несколько недель назад мы показали репортаж о халатном возведении школы. После выхода материала в эфир о проблеме узнал весь округ. Тогда Госстройжилнадзор провел очередную проверку строящегося объекта. В итоге выяснились любопытные детали. Цитирую. Подрядчик ООО «Леро» самостоятельно отступил от утвержденной проектной документации при возведении опорного узла кровли в актовом зале, изменив конструктивную схему. Конец цитаты. Таким образом, специалисты строительной инспекции потребовали прекратить работы и провести повторную госэкспертизу проекта с учетом внесенных изменений. В настоящее время компания-подрядчик разрабатывает проектные решения, которые должны быть готовы к 10 августа. Документ будет направлен в Госстройжилнадзор на проведение госэкспертизы, а в отношении представителей МКУ «Северная», которая осуществляет строительный надзор на объекте, проводится служебная проверка.